Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я приступаю к отшиву такой чашечки красивой. Называется капучино. Это наборчик Милхил. Размер его будет 13 на 13 сантиметров. Одну чашечку я уже вышила, вот такую. Это латте. Заказала я к ним уже рамочки. И чашечка латте у меня уже оформлена. И лежит рамочка для капучино. Это будет у меня пара. Набор входит вот такой красивый бисер, две иголочки. Вот эти, смотрю, цвета с чашечкой латте совпадают. Эти тоже. Там тоже были такие беленькие, зелененькие. А здесь один цвет другой. Ну, посмотрю. Такие прекрасные ниточки. Их надо тоже разобрать. Это ниточки ДМС. У меня есть карта цветов, я легко их разберу. Входит также вот такой красивый шармик в виде сердечка. Шармик-пуговичка. Перфорированная бумага красивого такого оттенка золотого. Коричнево-золотой такой. И схема. Со схемой я уже легко разберусь, она похожа, ключ похож на чашечку латте схему. Очень мне понравилось вышивать наборчики Милхил. Я думаю, что я не остановлюсь на этом наборчике, еще себе закажу. Ну, в общем, я приступаю и покажу уже вам готовый результат. Две чашечки оформленные, латте и капучино. Не выключайтесь, встретимся. И вот вернулась я к вам уже с законченными и оформленными работами. Замечательные чашечки у меня получились, латте и капучино. Понравилось мне вышивать наборчики Милхил. Покажу немножко вам поближе. Вышивались они на перфорированной бумаге, бисер Милхил и ниточки ДМС. Работать с перфорированной бумагой мне тоже очень понравилось. Единственное, там, где есть незашитые места, желательно ручками не браться за бумагу, чтобы не остались пятнышки. Замечательные такие кофейные зерна вышли. В работе использовался еще бэкстич. Бисеринки пришивались и полукрестом, и крестиком. Вот такие маленькие, там где использовались мелкий бисер 15 размера, он пришивался крестиком. Остальной бисер пришивался полукрестиком. И вот такая тоже капучино чашечка. Прекрасный шармик сердечком. И тоже здесь бисер был 15 размера и, по-моему, 11. Оформила я рамочки темного цвета. Я их заказывала отдельно. И уже сама оформляла, потому что здесь натягивать ничего не нужно. Просто приложил. Эти работы у меня еще под стекло, но стекло я убрала, чтобы сейчас вам показать и чтобы не бликовало. Материала всех хватило. И даже могу сказать, что, может быть, хватит еще на один отшив. Наборчики Милхил комплектуются очень хорошо, много всего кладут. Ну, в общем, я довольна результатом, очень мне все нравится. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока!